арбуз! Провода, ток по рукам, телефон на все голоса говорит пока. Пора. И пальто на гвозде, шар в рукаве и перчатки в карманах шепчут: подожди до утра, до утра. Но странный стук зовет дорогу, может, сердце, может, стук в дверь. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово. И опять на вокзал, и опять к поездам, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес не послышится слово.